Я огненный дракон! Я буду вас всех убивать! Я что-то не понял, а куда лекарство? Ты гранату бросил, что ли? Бро, ты чё падаешь? Ты меня в текстуру загнал, алё. Хочешь, я тебя выгоню сейчас? Я не могу ничего сделать. Я могу поприседать. А, во-во-во, тихо-тихо, сейчас, подожди, нога застряла. Делаем приседание. Подожди, попробуем клин-клином вышибать. Сейчас, погоди, я тебя выгоню из текстуры, бро, держись. Олег, блин, дебилок. Я его выгнал из текстуры. Я сейчас загнал. Я здесь вообще не могу двигаться. Нет, погоди. Нет, это я холостую кинул. Бро! От винта! Надо наоборот. С этой стороны бросать. Теперь я вылез, ура! Он вылез, о, вылез. Блядь, ты что тут делаешь? Ребятки, валите! Я уронил её! Нет, не туда бежите! Блин. Я сейчас сдохну. Блин. Кто меня столкнул, блин? Что-то тебе не фартит в этой игре. Не, нормально, я вытолкнул Олега. Я задоминировал над верёвкой. Я сейчас задоминирую над твоим днищем. Я скрытный человек. У меня розовая натура. Фламинго, блин. Иди посмотри на эту щель, какая у меня тут большая. Во. О, и тут смотри, тут прям все кричит, иди сюда. Вон где череда. Во! Какая горка! У меня эта свечка погасла. Я играю, слушайте, это вообще капец какой-то, блин. Ужас, ужас. Нифига не взрослые люди. Вообще, я просто курил много, на самом деле мне 14. Серега, ты что, взрослый что ли? Че в игры тогда играешь? Взрослые в игры не играют. О, а там что, выход что ли? Что там за... А, нет, смотрите, там этот как-то он. Контролировать. Там какая-то штука, многоножная штука. Где? Иди сюда, нахер. Охренеть, о, смотрите, тут трупы детей. А, да, если живые, опарыши живые, это. Опарыши живые. Опарыши детей. Сейчас будем. Ребятки, она к вам побежала. О, она ноги раздвинула. Олег, беги. Ух ты, а что это за тварь такая? Поджигай! Это? Динамит. Это какая-то тварь. Не подходи, Серега, я просто динамит кидаю. Нет, ее надо не динамитом, а ее нужно, короче, сжечь. Давайте ее сожжем. О, тут дети еще бегают. Охереть! Не надо ее бить динамитом, вот она почти уже сгорела. Где она? Да, вот, на, я она светится Серега. Теперь. Подходите. Серега, уйди. Все бегите. Ай-яй-яй, она меня сильно... Блин, я сдох. Ох, нихера ее разорвало. Так, сейчас тебя подвину. Серег, нафига ты подбежал, там же динамит горел. Да я уже в последний момент. Где он? А где он? Сзади. Где эта гадость? Под ногами у тебя. Да, вон она. Под ногами у меня другие вещи. Нифига он перевертышь. Камни? Камни. Вчера тут вообще опарыш этих. Да. О, смотри, о, там... ребята, я ноутбук нашел. Тихо, я, короче, в линейку поиграю. Тебя пошла дальше. Подожди. Да мне надо подлечиться как-то. У тебя такая же, наверное, беда, как у меня. Скорее всего, пилюль-то не, ну, таблеток-то нету. У меня же все, что были, я потратил для себя, а не тебя. А, блин, а я не знаю, как им... тут что делать ими. Ну, у так что... мама не горюй. В инвентаре, но они даже у меня не раньше были всегда слева, я их не вижу просто где. Но они вроде слева были, где вот книжка, топор, вот с левой части, но я их что-то не вижу. Вот за рюкзака белые флакончики. Вот, у меня их нет уже, я все сожрал. О, вижу. Блин, а что этим топором нельзя разбить, что ли? Ну, тут, по-моему, таблетки были в одной из этих. Парни, вы меня вообще бросили, я смотрю, да? Спасибо. Да, мы хорошие друзья. Великолепные, блин. Не, у меня тут одни только тряпки, я могу обмотаться и быть мумией. Мумиё?
Это топик. А для чего канистра? А слышите, с этой твари вообще что-то выпало или нет вообще? Нет. Ее разорвало нахрен. Здесь ничего не выпадает, здесь выживание. Это игра в стиле survival. Выживи. Выживи или сдохни. Ага. Это белый ящик не разбитый, где он, куда он улетел. О, блин, какие-то детальки. Это для динамита все, по-моему. Динамит что? Меня разберешь. По свету он свет. Я уже собрал. О, зажигай, а ты что такой, короче, красные глаза у тебя белые? У меня, кстати, тоже красный. Кто красный? Ты красный. Ты красный, короче, а глаза у тебя полоска белая, как будто, знаешь, я не знаю. Это нет, у меня Серега такой же, у меня тоже Серега. А ты у меня белый вообще просто. Может, кровь? Кровь. Кровь убитых детей. А вы у меня разные. Серега индус, а ты какой-то англичанин. А вы у меня оба индусы. При вас нельзя будет есть мясо коров, а то вы меня забьете. Все, пойдем отсюда. Пойдемте туда. Здесь мы уже всех зарубили, всех убили.